Да, солнце светит и мирное небо над нами. Спасибо. Наталья Алексеевна, с праздником вас! Калужская область – космический регион. Наша Земля наполнена звездной силой. Регион вошел в туристический маршрут, который называется «Россия». Который, значит, учитель и пишет, как сделать человечество счастливым, как им выйти в космос, как устроить там жизнь, какие там руководители должны быть, какие там депутаты. Да, Николай Анатольевич мой. Сергей, я обрадую. Дело в том, что в Ленинке сейчас молодежи больше, чем нас. То есть, если раньше приходишь в Ленинку, сидят дедушки и бабушки. Пожали друг другу руки. Я не помню, но оказывается, мы над Эльбой открыли люки, и я пожал руку Тому и затащил его в корабль. Тогда мы совершили первую международную стыковку с Советским Союзом. Мой дорогой друг Алексей Леонов был тем, кому я пожал руку при нашей встрече. Сегодня все больше и больше людей говорят, что Союз Аполлон стал моделью сотрудничества для программы «Шаттл мира и МКС». Две страны летало в космос, а случись аварии, мы не могли помочь друг другу. Мы не могли подойти, у нас не было совместимых систем. А здесь все-таки разработали. Мы имели андрогинный периферийный стыковочный узел и системы адаптации при переходе из одного корабля в другой. Мы часто друг над другом подшучивали. Выступит наш земляк, наш горожанин, наш калужский изобретатель Константин Эдуардович Циолковский. Господин Циолковский расскажет нам о своих изобретениях. В смысле о людях, которые отчаялись в жизни.